Дорогие друзья, приветствую организаторов и участников Международной летней исторической школы Российского исторического общества для иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в российских вузах. Известен афоризм «Умом Россию не понять», но убежден, что лучший способ осмыслить и прочувствовать нашу страну – это уделить время изучению ее истории. На протяжении 8 дней с вами будут работать представители ведущих гуманитарных университетов и академических институтов, сотрудники музеев и архивов. Вы сможете реализовать собственные проекты под руководством опытных наставников, побываете на познавательных экскурсиях и серьезно расширите круг профессиональных контактов. Программа школы выстроена таким образом, чтобы не только познакомить вас с основными вехами истории нашей страны, но и погрузить в изучение конкретных, интересующих вас сюжетов. Один из предложенных тематических треков посвящен имперскому периоду отечественной истории. В ноябре нам предстоит отметить 300-летие провозглашения России империей. Именно здесь, на берегах Балтики, Петр Великий заложил новый вектор развития страны, отстоял ее право участвовать в международных делах и основал новую столицу России – город Санкт-Петербург. Гений Петра и его преемников преобразил огромное геополитическое пространство, привнеся новые технологии, образование и западную культуру в самые отдаленные части Евразии. Многие страны, прежде входившие в состав Российской империи, унаследовали этот колоссальный исторический багаж, осмыслить который нам еще предстоит. Рассчитываю, что участие в Международной летней исторической школе станет для вас полезным опытом, а ближайшие дни пройдут в атмосфере оживленных дискуссий и творческого поиска. Желаю всем участникам плодотворной работы, новых успехов и всего самого доброго.